Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Добре, пане Сергію, хотілося б розпочати нашу з вами розмову з інтерв'ю. Насправді, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак днями давав інтерв'ю, де він сказав про те, що ця війна, вона вже пройшла 70% шляху, залишилося 30%, і вони є найважчими, фактично. Такими є прогнози української влади. А що з цього приводу думають у Кремлі, як ви гадаєте? Бо поки все виглядає так, ніби Путін, ніби його режим готується до довготривалої війни, тому що відкриваються заводи, більше потужностей відкриваються на те, щоб працювали на російську армію, власне. І щось мені здається, що навряд чи Російська Федерація хоче якось завершувати цю війну, завершувати цей конфлікт у найближчій перспективі. Ні, звісно, це совершенно не касається Кремля. Це заявлення було... Ну, во-первых, для украинской аудитории, конечно, Ермака, чтобы, так сказать, украинцы понимали, что руководство считает, что вот на 70% уже дело сделано, остается всего 30%. Плюс это было обращено к западным партнерам Украины. Ну, вот Российская Федерация в этом случае абсолютно это дело не касается, как бы, потому что они вообще просто нерациональные люди, они нелогичные люди. Не интересуют никакие ни цифры, ни потери, ни потери рынков огромных, ни потери экономические, ни потери внутри страны. Ничего не интересует. Они просто упертые люди. Прежде всего, Путин. Для него это вопрос чести, потому что Украина он считает своим личным врагом, потому что она дважды ему давала оплеуху геополитическую, когда прогоняла два раза Януковича, его ставленника. Украина арестовывала его ставленника Медведчука, вот и так далее. И поэтому для Путина нет никакого вообще логического аргумента, чтобы закончить эту войну. Пока жив Путин, он будет тупо долбиться в ваши вооруженные силы. Пане Сергію, цього тижня дуже активно поширювалися чутки, фейки стосовно певного внутрішнього конфлікту в Україні, певної суперечки між Зеленським та Залужним. Відтак цим, знову ж таки, скористалася російська пропаганда. Вони просто штампували величезну таку кількість фейків, освоїли навіть діпфейки, намагалися створювати такі ось підробні, скажімо так, звернення, нібито від Залужного. Як думаєте, чи досягла якихось взагалі успіхів? І взагалі, яка мета була цього у російських пропагандистів? Ну і, власне, чи досягли вони цієї мети, на вашу думку? Ну, у них работа такая. У них работа такая. Здесь я должен сказать, что, к сожалению, то, что произошло там за последние 10 дней, дало им почву, да, потому что, ну, мы понимаем, что когда появилась статья сначала в журнале Time, такая довольно странная, про Зеленского, а потом статья в «Экономисте» Залужного, то, в общем, это было, конечно, не самая правильная вещь со стороны Залужного, потому что можно было это интервью не давать, или давать его не в том виде, в котором оно было дано, потому что все-таки это заставило, в частности, Ермака оправдываться, что нет никаких расхождений внутри украинской власти. Реально они выглядели, статья Залужного реально выглядела как, ну, по крайней мере, так сказать, критический подход его как главнокомандующего по сравнению по отношению к политике, проводимой президентом Украины. Вот это, конечно, за это уцепилась, безусловно, российская пропаганда и постаралась раздуть из этого, сделать из этого непреодолимые противоречия внутри украинской власти. Вот, и это ее работа, им за это деньги платят. Ну, что здесь добавить еще? Симонян, мы все знаем, Симонян и Соловьев, они любую... Там, где вообще нет никакого повода, они это дело придумают. А там, где есть маленький повод, они из этого дела раздуют, конечно, огромное противоречие внутри. Пане Сергію, навіть попри, ну, велику кількість діпфейків різних, там і
відео і аудіо змонтованих, з'явилася інформація про те, що у Російській Федерації з'явився справжній дефіцит для IT-спеціалістів. Це, в принципі, люди, які приносили у бюджет Російської Федерації досить значні суми, відверто кажучи, які сплачували податки. Розуміємо, що велика кількість з них працює на американські компанії і, мабуть, більшість вже повиїжджали давним-давно, так, щоб якось забезпечити і убезпечити себе від путінського режиму, але от чим може закінчитися ось така тенденція, так, що люди, які заробляють кошти, люди, які могли би, скажімо, рухати так російську економіку, вони просто виїжджають. Що врешті буде з Росією, та чи може спіткати якийсь технологічний занепад, умовно кажучи, чи десь точково будуть не справлятися вже з поставленими завданнями компанії, заводи і навіть цілі фірми? Ну, видите, Россия страна большая, а как бы там это нам неприятно было сказать, у нее есть, конечно, ресурс. Самые умные люди, безусловно, уезжают. Вот перед вами уже один из таких людей, который 20 лет назад уехал. Потому что я-то знал о Путине все, что то, что сейчас многие открывают. И я это понял, как только он появился, еще даже до того, как он стал президентом, когда его назначили директором ФСБ. И поэтому вот мне пришлось уехать там в 2001 году. Какие-то люди еще думали, что можно будет там находиться в России, может быть, все прорассосется, все будет хорошо. И вот дождались до 24 февраля 2022 года, и тогда уехали. Тогда уже порядка миллиона людей выехало. Некоторые еще сидели даже уже после 24 февраля и дождались до 21 сентября 2022 года, когда Путин объявил мобилизацию, и тогда уехали. Ну, еще, кстати, остаются люди, которые до сих пор надеются, что все рассосется. Плюс вы же понимаете, что есть бюджет, есть какие-то спецслужбы, и эти люди востребованы, да, фабрики тролли, да, теперь нет Пригожина, да, теперь нет Вагнера, но, так сказать, потребности такие есть. И какому-то числу из этих специалистов вполне платят приличные деньги. Кстати, некоторым им платят даже большие деньги, которые они могли бы заработать за рубежом. Вот. Но другое дело, что они живут в клетке, и они ничего не могут сказать, и они ничего не могут сделать. Но клетка золотая, и кого-то устраивает эта золотая клетка. Вот. Ну, конечно, стратегически проблемы Российской Федерации будут только возрастать, потому что Россия при Путине загнала себя сама в исторический тупик. Путин живет в прошлом и ведет Россию в прошлое. Вот это самое главное. И какие бы люди при нем не оставались еще профессионалы, им, в общем, в нормальном понимании у них нет будущего, потому что Россия переписывает свою историю. Россия, путинский режим подгоняет эту историю под себя. И в этом смысле они, конечно, обречены. Но вы знаете, опять же, это, к сожалению, вещь, которую я довольно часто напоминаю. Римская империя распадалась 4 века или там 3,5 века. Поэтому с точки зрения истории там лишние там 5-10 лет для истории вообще это секунды, это доли секунды. Вот. А для нас, к сожалению, это может быть довольно долго. И в этом смысле Украине, конечно, нельзя расслабляться. И западным странам, и той коалиции, которая стоит за вами из 54 стран, им тоже нельзя расслабляться, потому что у Путина все-таки резервы есть, и он показал, что они могут наращивать какое-то производство. Да, они сами не могут и производить электронику, но они могут ее импортировать серым импортом через Турцию, через Китай. Они могут получить миллион, или кто-то даже говорил уже 2 миллиона, значит, артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи и так далее, из Ирана беспилотники. То есть потенциал у них все-таки, к сожалению, не такой маленький. Пане Сергію, ще одну новину хотілося б обговорити. Відтак, Путін начебто днями знову відвідав штаб Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові. Як можете загалом охарактеризувати цей його візит? Ну, на самом деле, здесь объяснение очень простое. Он ездил в Казахстан. Из Казахстана дальше он не хотел ехать в Москву обратно и на Валдай. Он хотел поехать в Сочи, в Бочаров ручей отдохнуть.
потому что уже зимний сезон катит в глаза, уже снег начинает в горах выпадать. Вот, и поэтому, значит, так сказать, по дороге в Сочи он остановился в Ростове, такой просто техническая остановка. Вот, ну и опять же попиариться, сказать, что вот, значит, я там держу руку на пульсе на военном, встретился там с Шойгу и с Герасимовым и устроил очередной цирк с конями, когда Шойгу ему продемонстрировал военную технику Российской Федерации, да, а это были китайские самоходы, значит, и в очередной раз опозорились и доказали, что Российская Федерация сама ничего делать не может, но закупать у Китая зато может. Вот, и таким образом показали ему такую вот нынешнюю военную технику в преддверии зимнего сезона. В общем, это пиар такой, пиар, ну, который на внутреннюю аудиторию какую-то работает и показывает, что, значит, Путин или его двойник, потому что последние две недели идут разговоры о том, что настоящий Путин вроде бы умер, и что теперь, значит, правит Патрушев и использует двойника под названием Васильевич, и, значит, вот этот двойник, значит, типа показал, что он может ездить куда-то. От ви згадали про двійників. Як ви вважаєте, чи велика кількість людей знають 100% де справжній Путін, а де двійник? Чи видають якусь інформацію цьому? У мене немає звука. А зараз, ви зараз чуєте? От зараз, да. Ага. Я про що питав? Ви згадували про двійників, і, власне, чи багато людей знають, де справжній Путін, а де двійники? От хто має доступ до такої інформації? Це якесь найближче коло? Чи, умовно, там і охоронці, і прислуга, персонал, який працює в Кремлі в тому числі? Власне, що ви думаєте з цього приводу, як воно насправді? Можливо, є така інформація? Ну, это знает только самый ближний круг, естественно, потому что это, конечно, информация, которая не разглашается. Но понятно, что вокруг Путина находится довольно много людей. Служба безопасности президента – это 5000 человек, причем в нее включены не только люди, которые реально обеспечивают его безопасность, но все, кто работает в Кремле и в резиденциях президента, то есть повара, уборщицы, водители и так далее. И это довольно много людей. И, кстати, вот показателем является, помните, свидетельство Глеба Каракулова, сотрудников ФСО, который обеспечивал связь Путина и который сбежал в осенью прошлого года из Казахстана в Турцию и потом опубликовал интервью свое, которое мы слышали где-то в начале весны, в марте или в апреле этого года, который рассказывал, что вот у него даже была реальная ситуация с его приятелем, который обслуживал, был на дежурстве у Путина в Бочаровом ручье, потом, значит, кортеж Путина из Бочарового ручья уехал в Адлер в Сочи в аэропорт, чтобы лететь в Москву, и Глеб Каракулов звонит своему приятелю, подразумевая, что теперь, значит, он тоже вернулся в Москву, и, соответственно, они могут выпить там пиво или там водки, отдохнуть где-нибудь, сходить куда-то. Ну, вот. А приятель говорит, нет, я сижу в Бочаровом ручье. И они же там не могут прямым текстом говорить. И Каракулов говорит, как сидишь в Бочаровом ручье, там же никого больше нету. А он говорит, я сижу в Бочаровом ручье. И таким образом Глеб Каракулов понял, что настоящий Путин остался в резиденции, а в Москву улетел двойник. То есть это такой технический двойник. Вот. Ну и, естественно, мы понимаем, что где-то ведь они должны жить, то есть их обеспечение, жизнеобеспечение тоже об этом знает какой-то персонал, но, безусловно, все они подписывают, дают подписку о неразглашении, и вот нужно, чтобы вот был такой человек, как Глеб Каракулов, который бы сбежал, и у него раскрылся рот, и он бы мог нам рассказать эти внутренние секреты кремлевские. Пане Сергію, почули вас. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Жернов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ. Дякуємо вам.